Ребята, привет! Продаю iPhone супруге своей, iPhone 5. Внешне очень хорошее состояние. Его не роняли, не лупили, не били, не царапали специально. То есть, ну, достаточно ухоженный телефон с двумя проблемами. Первая проблема — это вот незначительно, я считаю, это кнопка вот эта вот, она прям через раз нажимается, ну что-то, то ли пружинка там вылетела, то ли что. И вторая проблема, которая посерьезнее, это с дисплеем какие-то проблемы стали. То есть он глючит. Через раз это самое работает. Появляются полосы какие-то вот. И иногда, ну, просто проблематично зайти в какое-то приложение или еще что-то. Иногда, знаете, звонок звонит, а принять вызов не получается. Ну или вот я иконку пытаюсь нажать, не нажимается. То есть приходится подождать, пока он потухнет, значит, экран. Потом заново он загорается, пароль вводишь, и тогда можно войти там и какие-то манипуляции делать. То есть, ну, что-то случилось с дисплеем. Поэтому те, кто, ребята, умеют менять дисплей, я думаю, решат эту проблему. Телефон продаем за 2500 рублей. В принципе, я считаю, что вполне адекватная цена. Посмотрим, если не продастся, буду думать дальше, что с ним делать. Просто дешевле действительно жалко отдавать. К нему идет зарядное устройство. Ну и тут скрепочка еще осталась. Крепочка осталась. К сожалению, верхней части коробки нету. Только вот. А, точнее, верхняя часть есть. Нижней части нету. Ребенок потрепал ее за 2 года. 2 года, да, где-то в пользовании телефон у нас. Я подозреваю, что это уже был не оригинальный iPhone, там американской сборки или какой. У меня такое чувство, что он был восстановленный. Мы его за 13 тысяч покупали, но там такой чек, как бы контора такая, не МТС далеко, не связной. Обычная какая-то конторка, которая продажами айфонов занимается. И, собственно говоря, у них покупали за 13,5, по-моему, тысяч даже тогда. Но что-то мне кажется, что это он уже был когда-то в пользовании. Ну и вот, соответственно, мы еще им попользовались пару лет, и что-то случилось с дисплеем. Что там, где галерея-то? Вот. Так он все, как бы, интернет работает у него. Safari вот я заходил. Ну вот опять нажимаю, не могу войти. То есть вот какой-то такой глюк имеется. Ну, внешне вот еще раз состояние продемонстрирую. Поэтому, ребята, если хотите за 2500, я вам продам. Дешевле пока не буду. Что-то жалко мне за 2 рубля его отдавать или там еще дешевле. Серьезно. Все. Всем удачи. Всем пока.